просто ушла, дала возможность работать, заниматься серьезными вопросами. У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе. И я бы очень вас просил всех быть очень аккуратными в комментариях, которые вы позволяете себе, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает должность. Это не помогает ситуации, это создает дополнительное напряжение. Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли о том, что мы можем говорить, что мы не можем говорить, о том, что нужно говорить, что не нужно говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя достаточно как взрослый, ответственный человек. Мы беседовали с родственниками, мы беседовали с супругой, мы беседовали с друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился. У нас работает специальная группа, первый замглавы СБУ, представитель офиса президента и дальше работают специалисты. Мы здесь для того, чтобы принимать оценочные политические решения по принципам. Представитель СБУ, а после этого, смотрите, после этого мы не станем отвечать на ваши вопросы, потому что это будет помешать. А яка сама інформація є недостовірною? Яка є недостовірною? Ми розповіли інформацію, що этот товарищ лечился в психической больнице. Это недостоверно. Александр Борисович, а вибухівка знайдена сьогодні в Києві і події в Луцьку? У нас кожен день знаходять десь вибухівку, знаходять десь якусь зброю. Це не має відношення до цього. Він якісь вимоги висуває? Давайте пока представитель СБУ несколько слов скажет, а потом... Чи розумієте ви вимоги? Перемовини, вот. Він відповідає в коннекті з переговорщиками. Є порозуміння, рухнемося далі, налишився. Є розрішиться нормально. У нього є в руках смартфон, він може бачити і чути всі коментарі. Тому я не буду відвертий на ваші коментарі також. Дякую. Скажіть, як вас звати? Так, Ростислав, будь ласка. Ваш Ростислав, будь ласка.